Разрешите представиться. Меня зовут Душин Николай Васильевич. Сейчас, то есть в настоящее время, я работаю в Дачинской глазной больнице врачом-консультантом. В Китае я уже более 10 лет и, как уже посчитали, принял более 100 тысяч больных пациентов. Люди зовут меня на китайском Лао Ду. До выхода на пенсию я работал заведующим кафедрой глазных болезней Российского университета дружбы народов, профессор. В 1998 году Дачинская глазная больница заключила договор с глазной офтальмологической больницей о совместном сотрудничестве. И я приехал в качестве консультанта-специалиста в Китай работать. Ежедневно я встаю в 6 часов 40 минут. В это время завтракаю, смотрю новости по телевизору. К 8 часам прихожу в больницу и начинается рабочий день. Ежедневно на прием приходят от 30 до 40 пациентов. Бывает, что принимаю и по 50 человек. Хотя в Китае я много лет, но по-китайски, к сожалению, могу говорить только несколько. По моим ощущениям, отношение к пациенту одинаковое, что в Китае, что в России. Я надеюсь, что мой большой опыт поможет вылечить большое количество китайского населения. Желаю тебе выздоравливать. Знаете, когда вот начинается операция и заносишь скальпель над крохотным глазным яблоком, вся надежда пациента в наших руках. Это государство с довольно большим количеством населения. Соответственно, и встречается патология, иногда более сложная, более разнообразная, чем в России. Интересные случаи мы фиксируем, фотографируем, потом анализируем вместе с местными врачами. И моя задача поделиться своим опытом с местными врачами, научить им более современно. Последний период пациенты в Китае, конечно, меняются, но как... Чтобы люди завещали свои глаза для больных, которым можно возвратить зрение.